Еще давно, когда только вышел Monkey Blocks в игре вот так, я снял билд батл с своими друзьями, чтобы узнать, кто лучше умеет из нас строить. Ну так вот, как вы помните, Monkey Blocks убрали сразу же под конец июля. Мы долго ждали, когда он вернется, ждали, когда его снова добавят. И этот день настал. Monkey Blocks снова в игре, поэтому я устроил второй билд батл между своих друзей, чтобы узнать, кто все-таки на этот раз будет лучше, так как мы ушли свои прошлые ошибки и недочеты в тех постройках и использовали их для того, чтобы построить нечто большее. И честно, получилось очень интересно. Что ж, пак. Итак, вот и мои друзья, с которыми я буду сегодня устраивать билд батл. И это, в принципе, всем известный Вуга Бунга, всем известный Данек и всем известный Чел. Кстати, Чел больше не сливается со стен. Куда побежал? Лок. Блин, пацаны, мы такую классную постройку построили за кадром. Давайте ее посмотрим поближе. О, вон там и Вуга, Вуга. Пацаны, чё, как тебе наша постройка? Отлично получилось. Ой, спасибо, мы старались. Лучше моего. Вот давайте тут посидим, посмотрим вообще. Офигенно, мне нравится. Как бы не хотели, но мне сейчас придется отойти, меня мама закушает. Ну ладно, ладно, мы тебя подождем. Мы тут будем. Приятного аппетита. Да. Чего здесь не хватает? Ну да. Блин, мы пол забыли. А мы вообще, блин, на бобусы. Как мы так могли... Нет! Вуга! Нам нужно избавиться от этого. Призонное время мстить! Нет! Нет! Мой дом! Мой дом! Мой дом! Нет! Мой дом! Мой дом! Итак, пацаны, время забрать себе территорию. Это моё! Это большая территория! У тебя такая же. Просчитался везде. Итак, когда мы разобрали свою территорию, время сказать правила. У нас будет целый час на постройку того, что вы захотите. Значит, у нас будет также лимит деталек. То есть мы опять будем бороться за детальки. У нас будет всего минуты на то, чтобы собрать себе нужное количество деталек на нашу постройку. Итак, пацаны, а сейчас на счет 3 мы начнем борьбу за ресурсы. Мы будем собирать деталики для наших построек. Ну что ж, 3, 2, 1, погнали! Моё, иди сюда. Итак, мы закончили борьбу за ресурс, поэтому сейчас на счет 3 я запускаю таймер на целый час. И мы начинаем строить. 3, 2, 1. Время пошло. Так. Это спидран да, Майнкрафта, сейчас. Поехали. Так, окей. Ну, сколько тут всего понабрал? Итак. Нужно скорее выровнять террейн нужно. Сильно большую территорию делать не будем, потому что у меня банально нету столько ресурсов, чтобы обустроить ее. Так, но в принципе выглядит неплохо. Все, у меня есть целый террейн. Так, далее. Мне нужно расставить сюда деревья. Чел, реально засранец, ё-моё, ворует тут все вечно. Реально, цыган. Хорошо, я хочу, чтобы эта фигня была тут. Вот это была вот тут. Я, честно, не знаю, что я строю, но в прошлый раз у меня получился неплохой такой домик. В этот раз я не знаю, что у меня выйдет. Честно говоря, надеюсь, у меня что-то вообще получится. Вообще будет обидно. Значит, я хочу домик тут. Мне не надо. К челу вопросы вот вообще очень серьезные. Зачем ему столько горок? А, это палец вот так вот. Залез и прыгай, и прыгаешь на горке, и ломаешь себе шею. Офигенно. Это конь и шахмат. Это конь и шахмат. Реально похож. Какой-то у меня хреновый дом. Вы что, не убрали лед, кстати? Да, очень обидно. У меня была идея построить что-то со льдом. Флеминг обленился и не стал это делать. Флеминг говнил. Сам просто посмотри, что он строит этот изер. Чё это такое? У нас всего час. Построить нужно из того, что набрали. Окей, я, честно, не знаю, что сейчас строю, но получается довольно неплохо. Да, это первый этап. Все вырисовывается постепенно. Я построил магазинчик! Ура! Магазин!
Допустим, это пятизвездочный отель. Все, в нем можно жить, я вас уверяю. В нем отличные условия. Здесь целая. Ты что, построил уже? Одна комната, построил? Одна лестница. Кстати, сюда фиг знаешь, как запрыгнешь вовнутрь. Но не суть, это так, это мелочь. Я... Как? Да. Мне нужно заканчивать строительство домов. Мне... А ну-ка, кыш, таракан, отсюда! Кыш! 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 Кыш отсюда! Уходи! Чё говорят, они жирные? Хотел бы я вам это говорить, но... Чё? Куда ты заходишь? Чё, Данёк? Ты закончил уже? Я нет еще. Бога! Лови подарок! Саня, лови дерево! Ой, спасибо. О, макушка дерева! Это то, чего мне не хватало. Вот тебе подарок. Вот так. Теперь у меня есть самое высокое дерево на карте. Кстати, в этот раз у меня совершенно другой диван, он не похож на прошлую версию. Эта версия более современная, и у нее пропал один подлокотник, чтобы было больше места. Ура, я поставил диван снова на весь дом. Я построил свой... Вот это будет тапок на случай того, если ко мне кто-то проберется. Тем тапком я опять прихлопну кого-нибудь. Интересно, сколько у нас осталось времени? Откуда мне это прилетело? Ок, очень. Я почти все сделал. Я тоже. У меня тут последние штрихи остались. Итак, пацаны, все, таймер окончен, поскольку все закончили, я был последним в этот раз. Время проводить экскурсию, значит, каждый сейчас должен рассказать, что у него за постройка. И давайте начнем с меня. Короче, значит, смотрите, первым делом здесь у нас находится наш местный магазинчик. Он питает все поселение. Баба Зина, можно мне Принглс с крабом? Сзади у нас есть лесенка, чтобы залезть на крышу магазина. По ней любят лазить обычные школотроны всякие. Далее у нас есть вот такой вот домик на дереве. Это самый богатый дом здесь. В нем есть диван. Дальше. Это каруселька. Это еще один домик. Есть такая лесенка широкая и диванчик. А это места для гостей. Данек, ты следующий. Теперь ты проводи экскурсию. Смотрите, первым делом вы здесь видите горочку. Горочку можете так забраться или по ступенькам. Так, прикольно. Здесь есть батутик еще. Дальше, я буду. Смотрите, здесь вот есть мостик. Если хотите на него забраться, можете крутяк. По канатику здесь забраться. Дом. Ну такое, как балкон. Как балкон. Фига. Как... Это мой дом, я здесь живу, кстати. Чел, теперь ты экскурсию проводишь. Вау. Ну, выглядит прикольно. Очень... Чел, это что такое? Это лестница ада? Это лестница ада. Из ада. Так, я выбираю, короче... Я посюда. Я это сейчас. Вау! Я посюда. Я вот эту хочу. Вау! И всё, и... Нееет! Перестройка маршрута. Это наше общее, ребята. Все, Вуга, теперь твоя очередь. Смотрите, это база разбойников. Тут видишь, красный флаг, агрессивный. Ага. Смотрите, вот тут переговоры проходят по захвату территории. Высоковато. Тут объясняют план. Да. Тут лестница наверх. Вот о. Сверху комната для гостей. Тут можно полежать, расслабиться. Вот кто коврик забрал. А на самом деле это ловушка, которая прям в пути насажена. Но я не попался. Те, кто выжил, отправляют на катапульт в стену. Какая вкусняшка. Давай, принеси нам хорошего судью. Привет. Короче, тебе выпала великая роль судьи. Ты будешь оценивать наши постройки. Это моя постройка, это Данька.
это чело, это вуги. Оценивай по красоте, по количеству деталек, по функционалу, интерактиву. Уменьшайся и давай, оценивай от 1 до 5. Давайте я покажу подробный туториал, смотри. Восьмерочка, очень детально сделано, мне нравится. Какая восьмерочка? Нет, от 1 до 5. Четверка. Четверка. Давай к моей постройке. Сейчас я тебе все расскажу и покажу. Твоя оценка. Четверка. Да, иди сюда. Смотри, тебе надо сначала... А твоя оценка постройки чела? Как бы было пятерка, но из-за того, что я попался на ловушку, четверка. Поскольку Вуга разрядился, я представлю его постройку от своего лица. Пятерка? Вуга победил! Ладно, спасибо тебе, братан, что помог нам все оценить. Лучше простые видео, поздравляю.